магазинах приступили к труду земледельцы из северных районов Ростовской области. Уложить семена на более чем... Ты не Дон Жуан, ты не Дон Жуан, и меня богиней ты не зови. Это все обман, это все обман, и не надо клясться вечной любви. Это все обман. А что ты опять здесь без дела сидишь? Отдыхаешь, да? Ты за счета заплатил? Я тебя спрашиваю! Бардак! Свинарник! О, посмотрите! Сережа! Сережа! Ты меня слышишь? Я вообще к кому обращаюсь? Сережа! Сережа! Сережа, у нас в доме мужик есть или нет? Ты чё молчишь-то? Ай! Ну ты когда со мной разговаривать-то будешь? Или ты не слышишь, что я тебе говорю? Ты у нас в доме отец, и ты давно не разговаривала с дочерью. Я тебе несколько раз об этом говорила, она меня вообще не слушается. Подожди. Подожди, а что это такое? Что? Это же мой ящик для цветов. Ох ты! Кто тебе разрешил его взять? Подожди, я еще не все доделал. Это мой ящик. Успокойся. Успокойся. Хорошо, я спокойно. Присядь. Вот это решение всех наших проблем. Так. Ну вот Саша, она же врет нам постоянно, так? Так. Мы ее отучим врать. Ну вот смотри, ты сейчас ее зовешь. Ага. Спрашиваешь что-нибудь. Если понимаешь, что она врет, подмигиваешь мне. Ага. Я незаметно жму на пульт, и загорается красная лампочка. Ага. Ну вот. Интересно. Саша, иди сюда, тебя папа зовет. Саша, я кому сказала, иди сюда? Нет, она мне не слушается, ты зови. Александрушка! Саш, ну мы тебя обкричались. Смотри, что папа сделал. Угу. Это... детектор лжи. Он поможет нам с мамой определить, обманываешь ты нас или говоришь правду. Если загорается красная лампочка, значит, ты нас обманываешь. Так, что сказать-то? Скажи, солнце встает на западе или на востоке? Ну, конечно, на западе. Ну вот видишь, работает же. Значит так, Тань, давай ты что-нибудь спроси. Угу. Кто самая лучшая хозяйка в нашей семье? Ну конечно же, наша мама. Ну конечно же, наша мама самая лучшая в мире хозяйка. Ну? Ладно. Следующая попытка. Какой город является столицей России? Ну, конечно, Москва. Ну вот, работает. А теперь еще один вопрос к тебе, Александрушка. Александра. Ты была вчера на экскурсии? Да, мы вчера в зоопарк ездили. Ну, не совсем. Саша, скажи, пожалуйста, вот когда 5 минут назад мы тебя звали, ты правда уроки делала? Да, начинала делать. Александрушка, этот прибор прописался к нам очень надолго, видишь? Правду говорю. Поэтому за тобой будет пристальная слежка. И если ты хоть раз нас с мамой обманешь, то, во-первых, никаких мультиков. Во-вторых... Не надо!
надо, во-вторых, я больше не буду вас обманывать. Ну тогда иди делай уроки. Верим. Слушай, Тань, ну не слишком ли мы переборщили? Ничего, переживет. И смотри, почини эту штуку, чтобы она нормально работала. Понял? Угу. Это меня. Ты не Дон Жуан, ты не Дон Жуан. И меня богиней ты не зови. Это все обман, это все обман. И не надо клясться вечной любви. Ты не Дон Жуан. Ча-ча-ча. Я выхожу, уже губы крашу. Ну ты чего? Я уже иду. Но я скоро буду. Ну, давай увидимся. Пока. Мне позвонили, я иду на маникюр. Я немного опаздываю, поэтому позвонила, предупредила. Все, пока. Земля стоит на трех китах. Зенит чемпион? Но в этом сезоне чемпион. Верно. Надо маме позвонить. Мам, привет. Можешь сейчас говорить? Алло, Серег, ты что ли? Чего от меня надо? Я сейчас занята. Хорошо. Помнишь, у меня в детстве волнистый попугайчик был? Мы его еще Яшей назвали, а потом оказалась эта девочка. Ну и что ты от меня-то хочешь? Ну, так вот. Потом вы меня летом отправили в пионерский лагерь. А потом, когда я вернулся, Яши в клетке не было. Ты сказала, что ты случайно забыла закрыть клетку, и он улетел. Ну так в чем вопрос-то? Ну, а потом уже малая мне сказала, что, оказывается, он тебе надоел, и ты его просто взяла и выпустила. Это правда, мам? Да не было такого. И вообще, я сейчас очень занята, чтобы с тобой разговаривать. Все, давай, пока. Все, выскребла до копейки, мразь. А что у тебя за ящик? Что, лампочка? Это изобретение, неважно. А? Вот, Коль. Да? Вот честно, что бы ты сделал, если бы узнал, что тебе все врут? Все. Да в торец бы сразу, без разговоров. Ну да. А если это Зинка твоя?
этой падле в первую очередь. Ну а если это твоя мама или маленькая дочка? Ну, я точно знаю, что они мне прям вот все врут до одного, да? Да. Ну, я не знаю, я повесился бы, наверное. Ну, а как жить-то так? Старичочек, дай 500 рублей. Ну, повесился? Ну, конечно, ну, а как? Я тебе верну, я тебе... У меня через два дня... За что? Серёня, Серёня... придурок ты. Сережа, я вообще к кому обращаюсь, Сережа? Сережа, ты меня слышишь? Сережа, у нас в доме мужик есть или нет? Папа? Что? И мама, а давайте я вам песенку спою. Чего? Песенку спою. А давай.